Всем привет, с вами канал Bookstripe. Сегодня я вам покажу, как пользоваться Unreal Arcade. Скачать его можно в Play Market, можно набрать по-английски, можно по-русски. Как видите, когда вы заходите, вам надо зарегистрироваться. Если вы зарегистрированы, то войти. Вот главное. Тут смотришь что угодно. Игры. Выбираешь игры, смотришь их. Или можешь поиграть в какую-нибудь игру, сняв стрим, или просто так. Или видео, клубы. Иногда приглашают в клубы, но и вы можете сами вступить в любой клуб. Тут и создать сообщество можно, найти клуб, лента. Можно добавить тест, тему, изображение, видео, мир, мод, чат. Тут вы можно общаться. Это ваше главное. Вы можете настроить фото, обложка, кадр, украшения. У вас сообщение, игры, активность. Я вам покажу, как все работает. Вы добавляете прямое сообщение, выбираете, с кем хотите поговорить. Лента, добавляешь что-нибудь. Клубы, создать или найти. Ну а сейчас я покажу. На примере Bookstripe мы нажимаем играть, например. И у нас появляется вот такая штучка. Можно разные сделать. Вы на нее нажимаете, и вас пишут. Заходите, как бы мне пишут. Вы можете что там сделать, что вам нужно. Свой профиль, чат, сообщество, поиск друзей, прямая трансляция, запись, скриншот. А сейчас я покажу, как играть в Minecraft Pocket Edition по сети. С помощью Unreal Arcade. Можно еще играть. Вначале нам нужно зайти в Minecraft Pocket Edition через Unreal Arcade. Если ваш друг там, или ваш, если ваш подписчик там приглашает народ присоединиться, то вы сможете присоединиться. Вы заходите в уведомления, соглашаетесь, вы заходите, просто заходите в локальку и все. А если вы хотите с незнакомцами поиграть, то тоже можно. Нет. Вот заходим в Minecraft Pocket Edition. Выбираем. Вот, как видите, локалик пока нету. Заходим сюда и ищем. Вот миры, к которым можно присоединиться. Я могу ко всем этим присоединиться, потому что у меня версия 1.1.0. Они как бы совпадают с версией. Вот. На примере покажу. Вот, присоединиться, жмем, пишет, откройте вкладку людей, мы зашли, вот у нас появились три локальки у меня. Ну,
комната, которую заходил. Заходим сюда. С первого раза на версию, которая у вас почти совпадает, не получится. Со второго раза должно получиться. А если со второго раза не получится, то... то фигня полная. Вот, вступаем в мир, супер. Вы можете играть с кем хотите. Как видите, создатель мира с ним трансляцию ведет. Вот, видите? Напишем ему привет. Привет. Это лучше, чем играть одному. Он хочет портал сделать у него. Что-то это все сделал. Да. Привет, я пока буду АФК. Хайпер. Видео будет также 14 минут 50 секунд. Сегодня у меня настроение. Нет у меня настроения, честно говоря. Решил заснять видео. Катя создатель. Другой настройки. Можно посмотреть, как называется мир ее. Мой номер телефона. Понятно. Хайпер отключился. Покинул группу. Кстати, она мне что-то не удивчат, чем скине. Но она сказала, что я в АФК пока что. Я в АФК. Ну вот она, АФК стоит. Главное, чтобы не захотели загрифить. Да и вообще надо было в дом зайти. Это как бы как локалька. Но локалька проще, чем через мне аркады. Это как локалька. Падает тупая корова. Как видите, если вы даже на чужом сервере можете. Ай, он мелкий. Меня убил деревенский зомби. Самое главное. Ой, не подходи ты мне. Ты к мне не подходи. Вы гриферишь. Грифер зомби, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, ёпта, два зомби. Пошли в жопу. Я вас приглашал. Тусовки не будет. Я вас на тусовку не приглашал. Так что кыш отсюда. Тусовки не будет. Так что до свидания. Хотя вечер надо. Ничего не будет. Туса накрывается. Все, я же говорил, туса накрылась. Привет, корова. И пока. Под жопу ей. Хочет зайти. Ты чересчур жирная корова. Ты не зайдешь сюда. Ты жирная корова. Ну, я еду только сам здесь, потому что
прокладаться, надо ее как-то туда, в домочек, чтобы давай с него. В творческом. Понятно. Но все равно буду обороняться. Все, я обороняю тут. Буду обороняться от мобов. Скажу, я оборонялся от мобов. Хотя я могу сам сделать, как обороняться от мобов. Сделаем из земли кое-что сделаем. Я буду обороняться от мобов. А что, сейчас ночь, лень что-то зачем-то ходить за вещами там. Копаем еще земельки. Я не нуб, но земля меня спасет. Крутят мобов. Я не нуб, но я боюсь. Так сделаем. Секс. Заходим в наше убежище. Накопаем еще 4 земли. 3. Да, 3 земли. Обороняться от меня. А это наше окошечко. Тут мы будем смотреть. Тут свет будет. Вдруг со всех сторон нападут мобы. Со всех разных сторон мобы напасть. А тут с одной я могу смотреть. Обороняться от мобов. Обороняюсь как. Да, мне надо как-то. Там зомби пытается меня сожрать. Я успел закрыться. Он просто чует, что тут нахожусь я, и попытается. Ну, мобы все такие тупые. Зомби всегда такие тупые. Это же мобы так сделали. И в Майнкрафт так сделали. Если бы зомби были умерли, они бы тело в два счета убили. Когда же ад не начнется? Дурацкая. Катя, блядь. Ой! Смотрите, уже кто-то уже пытается убить. Лагает. Хеллоу, зомби. Обнимашки хочешь? Катина, пошла на фиг. Ну чё ты мне сделаешь? Чё? Ну-ка, иди. Пошёл отсюда. Тут моё убежище. Моё убежище, слышишь? Я тут от мобов обороняюсь. Надумал что-то, блин. Это Катя, блин, не фига. Катя. Не думайте, что это монтаж. Я придумал, что у меня несколько телефонов. Я сделал как бы так, что... Нет, на самом... Господи, мне вылетело, да? Ну, разорвалось соединение сервера. Вот. С вами был канал Вукстрайк.